Переносим размеры на картину. Подрезаем кромки по разметке. Ректуем большую отворотку гребня. Делаем разметку кромок подводки. Добавляем 10 мм к полученной линии. Ректуем полученную кромку для подводки. Добавляем 10 мм на линейное расширение металла. Делаем разметку. Откладываем 45 мм. Откладываем кромку 30 мм. Отгибаем кромку. Устанавливаем картину. Закрываем фальц рамкой первого гиба.
уплотняем фальц подвод передового. Устройство разжелобка на одинарный фальц.